Бонжоро, бонжоро, лучшим рыбакам дальнего и ближнего зарубежья. Канал «Рыболовные приключения». Итак, ребята, сегодня у нас очередная битва. В ней участвуют уже два участника, которые победили в предыдущих состязаниях. Их ароматизаторы просто свели с ума карася. Сегодня будет что-то, я чувствую, нечто. Итак, представляю. Александр Иванов, валерьянка с добавлением в тесто. Юрий Цаплин, эвкалипт, добавление в тесто. Обе насадки великолепны. Кто из них победит, я без понятия, но обещаю, схватка будет сегодня жаркой. Так что сядьте поудобней, мы начинаем, готовим насадки. Итак, добавляем нашу валерьянку. Поделил я тесто на два равных кусочка и добавляем насадкам Александра Иванова, повторюсь, валерьянка добавляется в тесто. Одну капельку, сделал я вот такую вот ямочку, мы добавляем сюда. Главное не переборщить. Опа, готово. Одна капелька валерьянки добавлена. Сейчас я это все дело перемешаю, и мы с вами посмотрим. Запах обалденный. Шикарно. Тесто номер один готово. А, да, сразу одену его на крючок наш и пойду помою руки и добавим наш второй ароматизатор во второй кусочек теста. Итак, первый участник — валерьянка в тесте на крючке, готово. Итак, я вернулся. Берем второй кусочек теста, делаем отверстие. И добавляем сюда капельку масла эвкалипта. Блин, боюсь. Давай. Опа! Чтоб не переборщить, боюсь. А то потом будут претензии. Но все получилось. Итак. Эвкалипт. Обалденный запах. Одеваем приблизительно равный кусочек на наш второй крючок. Вроде бы такой же. Давайте посмотрим. Ну, этот просто какой-то круглый. А тот, если сделать вот так. Все, друзья. Итак, масло с эвкалиптом. Валерьянка. Масло с эвкалиптом, скрепка чуть-чуть изогнута. Валерьянка, скрепка прямая. Ну, я обозначу на видео. Погнали к карасям. We'll be right back.
Все, друзья, 5 минут, отведенные на тест, пролетели. Вот это была сегодня битва. Вот это накал страстей, насадки, блин, и шли вровень. Я так синхронно еще не видел, чтобы караси подымались. Две насадки, два карася, блин, как будто под музыку там, или как будто, не знаю, под барабаны какие-то. Они одновременно поднимались за двумя насадками. Я был в шоке, удивлен, что это такое происходит и как это вообще возможно. Но все-таки концовочку одна насадочка забрала, и я готов объявить победителя. Итак, победителем сегодняшней битвы рыболовных насадок становится насадка теста с добавлением валерьянки, друзья. Валерьянка сегодня была чуточку-чуточку лучше. Поздравляем Александра Иванова, он выходит в следующий круг. Юрий Цаплин, не расстраиваемся, ваша насадка великолепна, я уверен, весной на водоемах она еще покажет себя в деле и утрет нос валерьяночки. Ну а сегодня результаты такие. Итак, у нас осталось еще 3 битвы, значит будет еще 3 победителя, потом полуфинал и финал. Подпишись на канал, не пропусти, и ты узнаешь, какая насадка была сильнейшей. Вот такие вот у нас баталии, битвы. Еще раз мои поздравления всем, кто участвует. Также поздравления всем, кто смотрит. И до новых встреч на канале «Рыболовные приключения». Пока-пока. Пока.